6 апреля Саровский драматический театр приглашает всех желающих на премьеру спектакля «Спектакль-19. Начало 18.00». 7 апреля на комедию «Ужин дураков» для лиц старше 18 лет. 6 и 7 апреля в 11.00 там же пройдет сказка для малышей «Крошка енот». Приобрести билеты можно по пушкинской карте. Для маленьких зрителей 6 и 7 апреля в 11 и 16.00 откроет свои двери театр «Кукол Кузнечик». Там покажут спектакль «Машенька и медведь». Спектакль рекомендован к просмотру детям с 3 лет. Городской музей приглашает юных зрителей на курс познавательных занятий, а также посетить выставку «Мой любимый Саров» Валентина Девитайкина по предварительной записи. В художественной галерее пройдет выставка «Русский замок. Кузнечная летопись. Коллекция тысячи замков 17-20 веков. Работа мастеров русской живописи» для зрителей старше 6 лет. Дом молодежи приглашает зрителей старше 18 лет в танцевальный клуб для тех, кому за. В стиле ретро. В программе композиции различных жанров от хитов 60-х до современной музыки. Все желающие могут активно провести время, познакомиться и пообщаться друг с другом. Начало в 18.00. 6 и 7 апреля в молодежном центре пройдет конкурс молодых семей «Семья 2024». Приглашаются все желающие. Вечером 6 апреля там же пройдет квартирник «Тепло сердец» для клуба общения «Лотос». 6 и 7 апреля в спортивном зале школы ИКАР пройдет чемпионат города Сарова по волейболу 2024. Матч за третье место и за первое среди мужских команд. Ледовый дворец 6 апреля приглашает на массовое катание на коньках, а 7 апреля там пройдет юбилейный тур Ильи Авербуха «Вместе и навсегда. 20 лет успеха». Проведите время с пользой, чтобы потом рассказать друзьям и коллегам, как здорово вы отдохнули в выходные.